В течение двух десятилетий Путин неоднократно хвастался мощью морского флота Российской Федерации. Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны. Гарантия этому – уникальные образцы вооружений. Но вооруженные силы Украины развенчали миф о неуязвимости российских морских сил. Все чаще появляются новости о поражении военных кораблей РФ. Так, 4 ноября в районе оккупированного города Керчь были слышны звуки пролета ракет и взрывы. Вон еще наверху. Вон еще. Твою мать! Справа, слева, везде. Вон, блин, на залив. Вон залив подорвали, залив. На залив. Ты смотри, какой звук. Оно по кругу, оно везде. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев писали о задымлении в районе судостроительного завода «Залив». Позже в Министерстве обороны России подтвердили повреждения корабля на этом предприятии. Как оказалось, вооруженные силы Украины поразили самое современное судно Черноморского флота РФ. Речь идет о малом ракетном корабле «Аскольд», который строили в рамках проекта 22-800 «Каракурт». Новейшая линейка малых ракетных кораблей, носителей ракет морского базирования типа «Калибр», с учетом опыта боевых действий, россияне установили на этот МРК в том числе и систему противовоздушной обороны, аналог наземного комплекса «Панцирь-С». Стоимость одного такого судна в 2017 году оценивалась в 2 миллиарда рублей. «Аскольд» еще не был передан флоту и проходил заводские испытания. Корабль имел 8 пусковых ячеек для ракет «Калибр» или «Оникс», которыми российские войска регулярно обстреливают украинские города. Но именно это судно своего предназначения не выполнит. Судя по свежим снимкам, после удара французскими ракетами «Скальп» «Аскольд» восстановлению уже не подлежит, утверждает военный эксперт Владислав Селезнев. Ну, повреждение весьма серьезное. Фактически снесена по правому борту надстройка. Повреждены шахты пусковых установок ракет морского базирования «Калибр». В общем, повреждения уровня критических. Я думаю, что дешевле и проще Российской Федерации корабль порезать на иголки, нежели пытаться его восстановить. Потому что кроме внешних повреждений, есть еще повреждения кабель-каналов. То есть, соответственно, все органы управления в этом корабле повреждены, сожжены. В ходе полномасштабного вторжения России в Украину Черноморский флот потерял два крупных корабля – крейсер «Москву» стоимостью 750 миллионов долларов и большой десантный корабль «Саратов» за 75 миллионов. Серьезные повреждения украинская армия нанесла еще нескольким судам. Разрушениям подверглись десантные корабли «Новочеркасск», «Оленегорский горняк» и «Цезарь Куников». Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров», фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорьевич», разведывательный корабль «Иван Хурс», морской тральщик «Иван Голубец». Также были потоплены буксир-спасатель «Василий Бех» и несколько малых катеров. Еще некоторые суда получили значительные повреждения. А в сентябре, во время ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу, ВСУ подбили подлодку «Ростов-на-Дону». За период полномасштабной войны 21 корабль и корабль обеспечения, а также подлодка были уничтожены усилиями украинских сил обороны. Безусловно, это впечатляющий результат. Путин мечтал демилитаризировать украинскую армию, но из-за своих имперских амбиций запустил процесс уничтожения вооруженных сил России. И чем дальше бункерный президент и его соратники будут вести полномасштабную войну против Украины, тем беднее и меньше будет становиться армия РФ.